Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня четверг, значит, в эфире передача «Натуре», 21:30, как обычно. И сегодня у нас есть что обсудить. В студии Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов. Здравствуйте. Максим Киселев. Добрый вечер. Всех приветствуем. Друзья, ну и у нас середина осени, а значит, пора и Еврокубков. Уже открыл у нас Евросезон несколько недель назад, мы говорили об этом, Титан против Авангарда, но у Авангарда была и у Титана веская причина не встречаться в первом туре в эти выходные, а встретиться раньше. Авангард уезжал на клубный чемпионат Европы, который выиграли с заядлым преимуществом, да, там просто Авангард громил всех и вся, и добыл закономерно золото. Поэтому Титан и Авангард сыграли 1-1. Ну а полноценный первый тур прошел у нас в эти выходные. Давайте о нем мы поговорим. К тому же у нас есть видео. Ну и начнем, наверное, с главного турнира Москвы, а я не побоюсь, и России в футболе 8 на 8, это Лига чемпионов Москвы. Все-таки, наверное, сливки футбола именно там собираются. Ну и начнем с группы А, где у нас представлен Мегатитан. Компанию составляет Гефест, Пивдом и Иствуд. Мегатитан гостил у Пивдома в гостях. И помните, да, плей-офф прошлогодний? 9-0, 9-2. 18 забиты за две игры в плей-офф. Ну, это вот мы тогда просто были в шоке, помните? Шокированы, да, были. И первый раз, и второй. И первый, и второй, да. Но здесь, честно говоря, вот ощущение было, что может что-то повториться. Ну и, собственно, 3-0-то тоже говорил о том, что может быть разгром, хотя третий мяч Мегатитан забил уже в середине второго тайма, за 15 минут до конца. После этого у сине-бело-голубых начались какие-то эксперименты с составом, ну, вот, ну и доиграли до 3-2. Конечно, если была бы, наверное, другая команда, вряд ли же были бы какие-то эксперименты, да, Александра Голевца? Ну, еще очень интересно узнать, что это обозначает, эксперименты. То есть у Мегатитана сильный состав, и скамейка запасных, да, это тоже игроки основного состава. Есть новички, вот, которые обкатываются, тот же Сорокин, который вот-вот закончил карьеру профессиональную, на него рассчитывают как на игрока основного состава. Ну, посмотрим. Но у Мегатитана сейчас перебор футболистов, и это очевидно. Да, потому что команда ни с кем не расставалась, всех только приобретала футболистов, и из этого получается, что будут недовольны. Если вот Михаил Пименов «Москвич» не перейдет. Ну, Михаил Пименов, Эрик Корчагин, да, и так далее. Но, да. Нет, но шутка шутками, на самом деле, да, россыпь высококлассных футболистов, все хотят играть, не только зарабатывать, но и играть, безусловно, да, не сидеть и не стоять, мерзнуть, поэтому здесь... При этом во всех линиях, да, то есть и вратарская позиция всегда в Мегатитане была сильна, сразу несколько конкурентов. Ну, никогда она не была сильна. Но сразу всегда было несколько вратарей. Она была периодически сильна. Периодически она была сильна. Как раз проблемная была всегда у Мегатитана вратарская позиция. Но вратарей при этом в заявке много. Но вратарей было много, я же не отрицаю. Да, количество, да. Вот. Потом с нападающими примерно та же ситуация случилась, когда Корчагин появился, да? Ну да. И вот сейчас еще в центральную линию добираются люди. То есть действительно нужно будет как-то варьировать состав. Но я думаю, что Мегатитан ставит опять-таки задачу себе выиграть Лигу чемпионов. Дима, это даже можно было не происходить. Да. И поэтому хочет поддерживать темп 2 дня в неделю, то есть 2 дня в выходные. Абсолютно логично, Дим. Добавлять ничего не буду. Единственное, скажу, что как бы ты ни набирал футболистов, вот еще раз вот сделаю упор на это, что будут недовольны. И мне кажется, что вот в ближайшее трансферное окно кто-то покинет Мегатитан. Вот посмотрите. То есть в то же время надо отметить, что в этот раз Мегатитану 2 матча не суждено было сыграть, поскольку только матч Лиги чемпионов проводили, а в чемпионате игры не было. И поэтому, наверное, все игроки, которые туда приехали на выезд,
должны были получить игровую практику. Ну, возможно. Да, и вот теперь-то опять-таки повторю вопрос, что значит эксперименты, да, то есть вживление новых игроков или проба, да, какие связки будут лучше работать, чтобы выяснить, с кем расстаться. Ну, тем не менее. Интересно просто это. Мегатитан и Гефест у нас фавориты группы А, это очевидно, и, наверное, между этими двумя коллективами будет разыгрываться первое и второе место. Дальше группа Б у нас идет, где представлен двукратный чемпион Запада. ФКСП гостил на таком очень неприятном вот поле МВА, далеко на выезде, против футбольного клуба «Флагман». Дим, тебе не понаслышке известна эта команда. Да, правда, немножечко она другая, но точно так же идет «Флагманом» в своем первенстве. Да, команда хорошая на самом деле. У ФКСП главный конкурент это ЦДК, тоже с такой аббревиатурой, да, и Celtic. Вот эта группа действительно мощная на самом деле. Вот, что касается первого матча, здесь все решил два забитых мяча Валерия Ванесяна. Первый, здорово, Валера попал, тоже после скидки Фаустова все было здорово. И розыгрыш углового, который принес победу, тоже с Бирюком. Бирюков замахнулся так, что я, наблюдая за этим голом, закрыл глаза и испугался. Ушел смотреть за защитником, за другим. Вот. То есть все было настолько естественно, что действительно получилось классно. Ну и плюс удар, конечно, Ванесяна получился великолепным. Ну, наверное... Самое главное, что набрали 3 очка. Вот в этой группе самое главное не совершать вот этих ошибок. Потому что сейчас, если была бы ничья, тогда бы уже головная боль была бы у ФКСП абсолютно точно. А ведь «Флагман» выигрывал по счету, ну, да? 1-0, 1-0. Ну, быстро сравнял прокуратура, то есть достаточно там в течение нескольких минут. Но суть в том, что ФКСП здесь играл явно с запасом, понимал, что... Ну, когда надо, мы прибавим, мы забьем этот гол. Поэтому никакой паники не было. Но вот ЦДК с Селтиком будет интересно посмотреть. Здесь ЦДК одержал победу со счетом 1-0. Такая минимальная. Ну, вот, но вот интересная группа. Группа Б у нас, конечно, будет зачем посмотреть. Ну и группа С, да, мы уже сказали, что здесь тройка, «Авангард», «Титан» и «Пищевик». «Пищевик», будь он несколько лет назад в том составе, да, наверное, это была бы группа смерти. Да. Сейчас у нас явно 3 фаворита, вот, и один... И один из них умрет. Да. Максим, по-моему, с тобой разговаривал, ты сказал, что «Титан» выйдет, да, из группы? Да. Да, да, вот ты считаешь, да. Титан, конечно. То есть, получается, тройка «Авангард» разыграет путевку, вторую путевку. Дим, тройка, которая сейчас действующий обладатель Лиги чемпионов, и «Авангард», который грабит, так скажем, в настоящем Евротуре все команды, да, все другие страны. «Титану» будет тяжело, но мне нравится «Титан» в этом сезоне, мне нравится, как команда выглядит вот на старте чемпионата, и те 4-0 против «Трансконтейнера», я думаю, что это была не случайность. Дим, скажи, пожалуйста, твой фаворит вот в группе С? Ты знаешь, я бы даже, наверное, поставил бы на кого-то или и «Титан», или «Авангард», потому что «Тройка» — это такой боец уже стадии плей-офф, да? Вот группа «Тройка» может где-то провалить, где-то позволить себе... Нет, ну, по сути... Я бы сказал, что «Тройка» займет второе место, а вот первое место разделит «Титан» и «Авангард». Ну, «Тройка» как раз, знаешь, такой плей-офф, и вот сейчас любой матч... Да, это для них плей-офф, по сути. Поэтому, возможно, где-то «Тройка» проиграет какой-то матч, но свое возьмет. Дим, Тут недавно смотрел передачу про чемпионаты мира и подметили одну такую вещь, что на последних, по-моему, 4 чемпионатах мира действующий чемпион мира не выходил из группы. Поэтому я поставлю на «Титан» и «Авангард». Ну, это чемпион «Авангард» мира. Да, а про Лигу чемпионов... Лиги чемпионов 3 раза подряд выиграл. Это да, Реал. С этим согласен. Здесь все-таки клубный, поэтому здесь может «Тауэр» чемпионат мира не действовать. Но с чего-то вспомнилась именно вот эта передача. Друзья, давайте поговорим теперь о Лиге Европы или Кубке ФЛ, как мы говорим. В группе А также представлены наши команды. Это АФК «Портер», где составляет им квартет «Изумруд 86», «АРС» и «Кант Фронт». Пропускал «Портер» игру в эти выходные. Максим Ковальчук уехал на чемпионат Европы с девушками, где занял, кстати, 2-е место. Тоже мы его поздравляем. Поэтому здесь просто показываем группы, да, и ждем дебюта «Портера» в Еврокубках. Дальше у нас группа «С».
где Техносила тоже дебютировала в Еврокубках Ультра, Экстримнет и Young Boys. Вот такой у нас иностранный квартет получается. Ну и Техносила пожаловала в гости к Экстримнету. Да, пожаловала к Экстримнету. Сразу скажу, что общался с Генри Ашокианом. Им было немножечко непривычно поле, на которое они приехали, потому что это целый стадион, да, целое поле для футбола 11 на 11, просто поделено пополам. Ну, то есть, вы сами классическая понимаете, история. Как соколиков, да. Вы много, сами да? понимаете, что от Сетунь-Парка все-таки размеры поля отличаются. Ну да, то есть команда, которая приезжает оттуда к нам, им гораздо легче. Им уже, а нашим шире. Им гораздо, да. Нет, им гораздо легче освоиться, чем нам. На они тех. Сами это говорят. Ну да, и я тебе говорю, Максим, тоже, да, и по игре видно, да, все говорят, кто ездит там, что поле, но когда к нам приезжают и наших обыгрывают, да, ведь никто же никогда не говорит или проигрывает, что поле нам помешало, ни разу такого не было, чтобы команда, которая, да, приезжала, вот ты даже спроси, будет Еврокубки, да, как вам на поле, я думаю, что вряд ли скажут про поле причину, ну, вот. А вот когда приезжаем туда, да, всегда... Поле шире, ну действительно, какой-то вот... В каждом туре про поле, да. Здесь просто еще совпало, да, то есть пошел дождь, было скользко, непривычное поле, Техносила перестраивается, все-таки много новичков, действительно идет какая-то перестройка, там вот, перетурбация в команде происходит, но выходные получились для Техносилы не самыми удачными, поражение во внутреннем первенстве и поражение на выезде. Но нужно сказать, что вот каких-то таких вот пессимистических настроений нет. 3-0 проиграли, но из этих трех мячей один, грубо говоря, вратарь подскользнулся, то есть, ну, случайность, такой казус произошел. Второй мяч, ладно, пропустили по делу, ну, а третий это уже за шиворот, когда пошел навал. Ну, и, по сути, что переживать, с другой стороны? Ну, Техносила — это дебютный сезон, надо попробовать. Команда молодая, сейчас опыта катастрофически не хватает. Экстримнет, ну, достаточно часто это точно. В Еврокубках. Ультра уж тем более. Ультра тем более, да. То есть это команда, которая играет в Еврокубках, да, они там не добиваются чего-то, сверхъестественного опыта у них по сравнению с Техносилой той же, ну просто колоссальный, как небо и земля. Поэтому Техносиле надо почувствовать, что такое Москва, хотя команда перспективная, опять же, да, то есть ребята... Достаточно молодая. Молодая, да, со школы и так далее. Ну вот, вот капитан Техносилы, во всяком случае, так вот по словам, я понял, что болельщики могут рассчитывать на реванш в ответном матче здесь дома, на Сетунь-Парке, где будет уже Техносиле комфортнее. Так что ждем этого матча и надеемся, что Техносила сможет взять реванш. Ну и группа Е. У нас Трансконтейнер попал к забытым, к Региону 13 и Империал. И, соответственно, транспортники начали эту еврокомпанию. Кстати, это победитель действующий Кубка ЛФЛ. Начал с уверенной победы со счетом 5-1. Здесь крупный счет. Ну, Трансконтейнер фаворит группы? Ну, команда вела 5-0, пропустила в конце. Я думаю, расслабились. Я думаю, что да, фаворит группы. И более того, наверное, Трансконтейнер был бы фаворитом любой группы. Вот сейчас, если взять. Не то, что, может быть, нет, сильнее команда, да, в этом розыгрыше. Но Трансконтейнер такой уже, можно сказать, что опытный боец. Я думаю, что любую группу возглавит. Ну, вот интересно будет матч против забытых. Есть кто помнит, да, команда длительное время прозябала там, в первом дивизионе. Снимали очки. Были неприятные инциденты с этой командой. Вот, но вот сейчас вновь вернулась Еврокубки. Такая неприятная команда. Всегда такая на контратак. Забытая игра, команда, которую мы вспомнили. Да, сейчас, которую, да? мы вспомнили. Вот, она также одержала победу. И вот будет интересно посмотреть вот, Трансконтейнер забытый. Вот, ну, если здесь нечему удивляться, в принципе, да, то вот группа F, где у нас представлены... Представлена команда Успенская, Ника ВРК, Сфера и Нижгары. Нижгары, кстати, позапрошлые чемпионы Кубка ЛФЛ. Так что тоже опытная команда. Здесь интересная группа. Но вот 6-4 Успенская выиграла. И...
Еще вот до того момента, когда Успенская отправилась на выезд, когда мы узнали, что будет противостоять Ника ВРК, мы сразу сказали, что это очень веселая команда, которая может легко 7 забить. Ника ВРК? Да. И в этот же момент может легко 7 пропустить. Да? Предвидели есть... много голов, да. Но Успенская тоже, она любит идти вперед, но при этом частенько оголяет тылы. А тылы, они не настолько пока что еще прочны, да, чтобы вот команда, сломя голову, бежала вперед. Но, тем не менее, 6-4, команды повеселились, повеселили зрителей. Ну и главное, что Успенская набирает свои дебютные 3 очка. Интересно, как пойдет дальше вот, развитие событий в этой группе. Будут ли еще такие космические щиты? Давайте здесь фавориты Нижгара. Думаю, что да. И состав у них очень приличный. И тот же Игорь Крыжановский, да, у них играет как нападающий заявлен. Да, то есть сильная там очень банда. Я думаю, что Нижгары в этой группе будут фаворитом. А вот вторая путевка, вот это большой вопрос. Ну, мне кажется, Успенская все-таки должно. Ну, мы будем на это надеяться, мы будем болеть за наших ребят. Все-таки теперь уже с той же с Никой, да, потенциальная. Претендент на выход, да, будет игра дома, поэтому тоже надо обыгрывать. Хотя Юго-Запад несколько сезонов назад играл здесь, то есть тоже знают прекрасный Сетон Парк. Вот. Ну и группа G. Здесь у нас центральный дом недвижимости или просто ЦДН встречается с Трансгарантом, чемпионатом и Легионом. Команда Александра Седова попала в Еврокубки. Вот оно как. Ну, вот. И будет играть у нас здесь, значит, на Седове, да, парке. Вот это будет интересно. ЦДН, кстати, непривычно немножко мне вот лично видеть в Кубке ЛФЛ, да, после прошлогоднего успеха в Лиге Чемпионов. Я все как-то заглядываю туда, в Лигу Чемпионов, в таблице, и думаю, а где же ЦДН? А, ну, при том, что ЛФЛ. Прошлый сезон был дебютным для ЦДН, да, в Лиге Чемпионов, да, да, но тем не, да, менее мы привыкли ее уже там увидеть, эту команду. Да. ЦДН здесь сыграл ничью с чемпионатом. Дим, у тебя есть, по-моему, информация, да? Да, очень неприятная ничья, сразу скажу. Чемпионат показался такой вот оборонительной командой, на самом деле, да. Частенько ожидаешь от хозяев такой наглой игры, где-то дерзкой, может быть, особенно на первых минутах. Чемпионат, мне кажется, трезво оценивал силы свои и соперника, поэтому выбрал более оборонительную модель с активным прессингом, с контратаками. Нет, то есть все было по-футбольному здорово. Но ЦДН, пожалуй, был на 2 головы выше своего соперника. И вот даже несмотря на счет, хочу сказать, что с такого количества моментов нереализованных я в матче, наверное, не видел ни разу просто. После того, как ЦДН пропустили один мяч, когда счет сравнялся 1-1 стал, было 3 или 4 момента. Даниловский бил чуть ли не в упор. Там такие чудеса творили голкипер. Перекладины были, да? Были перекладины. Кашикашвили должен был забивать пустые ворота. В общем, моментов была тьма. ЦДН, вместо того, чтобы забить, ЦДН пропускает второй. И мучается, опять куча моментов, не может забить. И только уже под занавес матча всего удается сравнять счет. Но радости, мне кажется, это не прибавило ни Осколкову, ни его подопечным. Но тем не менее, ничья-то это все равно лучше, чем поражение, согласитесь. Я, конечно, лучше, но я думаю, что ЦДН исключительно за победой ехала туда. И должны были побеждать по делу, по праву. Ну, я ничего не говорю, естественно, команда должна была одерживать победу. Ну и Нагангадзе, кстати, сравнял на 58-й минуте этот счет. Но, тем не менее, у нас проиграл только Техносила. Да, в целом, можно, наверное, признать выезды наших команд положительными. Важно, во-первых, принимать во внимание, что это действительно выезды в другие округа, и это не домашние матчи, поэтому 4 из 6 возможных побед, то есть это приличный результат, плюс одна еще ничья, ну а Техносила наберет свое, мы будем в это верить. Ну, желаем всем успехов западным командам в Еврокубках, ну и давайте уже поговорим о внутренних делах, о чемпионате. Что можно сказать, коллеги, про чемпионат? Ну, во-первых, то, что у нас появилась новая команда. Это ЦСКА 84. Это друзья
которые собрались, когда занимались вместе в школе ЦСКА, все 84-го года. Ну, если честно, кстати, Янбаев даже есть заявки, обещает на следующую игру, что он приедет. Обещает. Ну, очень ждем. Очень вот. Ждем. Ну, вот потому что я увидел, ну, Ревякина мы знаем, Скопина мы знаем, достаточно неплохие футболисты. Вот, Гаймалов еще. Гаймалов, да, но вот некоторые вызывают вопросы, и мне даже было интересно, не то, как, почему они здесь играют, а как они вообще в школе ЦСКА занимались. Ну, может быть, не все все-таки там. Ну, сейчас такая ситуация, что команда еще не до конца собралась, в принципе. В матче против Аслана Гатагова было 9 человек, из них 2 вратаря. Вот, возможно, Миш, ты обратил внимание как раз на голкипера, который играл где-то в середине поля, и вот тебе показалось, что, может быть, не дотягивает он немножко до полевого игрока, но во втором тайме он занял свою привычную позицию в воротах и, собственно говоря, уже там охранял последний рубеж. Я не поленился посмотреть вот заявку ЦСКА 84 и посчитать прямо вот конкретно, сколько там 84-го года, а сколько не 84-го. 10-9 в пользу 84-го, но 9 все-таки не этого года. То есть есть там и помоложе ребята, есть даже постарше. Вот. Ну, да, ну, но я бы здесь вообще, честно говоря, ну, немножечко оставил бы ЦСКА в покое пока что. Да, команда набирает, во-первых, состав, набирает опыт, набирает кондиции, может быть, игровые. Ну и потом против Аслана Гатагова, согласитесь, никто не хочет проводить свой первый матч. Это, конечно, не Мегатитан и ФКСП, но, согласитесь, против Гатагова очень тяжело играть. И, кстати, Аслан Гатагов в чате хвалил эту команду, несмотря на 0-7. Он отмечал, что есть и просвет в действиях этого коллектива, и рослых футболистов он выделил, да, и то, что стандарты интересно они исполняют. В общем, видит, что эта команда, он считает, что может еще себя показать. Мне кажется, скорее больше из уважения, из какой-то футбольной солидарности. Ну, а для самого-то Гатагова какие выходные получились? А в субботу они проигрывают с разницей 7 мячей, а в воскресенье выигрывают с такой же разницей. Как раз я хотел сказать вот об этом матче Гатагов, да, с Титаном. Здесь 8-1 Титан выигрывает, но выигрывает абсолютно по делу. Вот такую игру Титана я еще не видел, честно. Вот все по-футбольному, здорово, мощно, без каких-то провалов. Вопрос забитого мяча был только вот делом времени. Да, да, да. А какой он красивый получился. Второй мяч, там 20-30 передач, и потом в пустую зону пас, а там аж целых 2 футболиста открывалось. То есть не забить было нельзя, невозможно было не забить. Ну да, было голы на любой вкус, как только не забивали. Ну действительно, Титан произвел вот великолепное впечатление. Сейчас Алексей Медведев уезжает на сборы со сборной России. Посмотрим. Главное, чтобы вот не было какого-то Есть Денис Локтионов. В принципе, есть кому Медведева заменить. Тем более, что Медведев периодически и сам еще выходит на поле. В этот момент он не может никак... Ну, опять же, да, но игра вот очень радует. И она такая яркая, сочная, да, вот, как мы говорим, вкусная. Но вот действительно, Титан, мне кажется, сейчас вот по игре самый интересный. И Трансконтейнер обыграли до этого, да, 4-0. 4-0, ну, да. Ну и заслуженно, да, на первом месте находится. Упертый Трансконтейнер. Ну и я еще один матч отмечу. Успенская ФК Портер. Тоже такая первая серьезная проверка для Успенского, да, который вот вышел в этом году высший дивизион. 2-1 победа Портера. Но вот... Кому интересно, посмотрите, как играли нападающие у одной и другой команды. Посмотрите, как цепляется Минченков. Это просто вот феноменально. Ничего не... С той спиной он делает 2 голевые передачи. Станет лучшим голеадором Минченков? Ну, мне кажется, нет. Ты посмотри, он отдает... В каждом матче у него ассист. Понимаешь, что... Вот матч. Я говорю, у него такая задача. По такой схеме играет Портер, что задача форварда здесь даже не столько, сколько забить. А сколько скинуть, замкнуть дальнюю штангу, придержать. Вот этим Минченков занимается великолепно. Ну, практически все мячи, действительно, он все цепляет. Да, тактику эту видно. Здорово, Петра. Очень да. Здорово. Вот, и вот Успенская, да, вы видели там бежал, там пытался что-то сделать. А Портер мне показал, что вот, ну, играл так вообще спокойно. То ли Ковальчука не было,
Вот. Никто не орет, и можно вообще спокойно. Вот мне показалось, но таким это... спокойным я Портер не видел. Миш, ну это была уверенная победа, или это где-то все-таки натяжная такая вот, натужная победа? Ну ты видел? Честно говоря, отрезками только. Вот мне показалось, что Портер... мог доиграться? Вот в этом своем расслабленном, безэмоциональном стиле. Мог, да. Но при этом вот, было видно, что команда играет не в полную силу. Вот если бы включилась, да, мог бы решить гораздо раньше. Вот, но вот смог бы ли включиться Портер без Максима Ковальчука? Вот это вопрос. Вот этот вопрос, не могу на него тебе ответить. Но факт в том, что было видно, что не спеша, как действует Гриченков, Шургая, там некоторые футболисты. Но было видно, что там есть запасы, и такого бы Ковальчук бы не позволил однозначно. Но как, победа есть победа, да, все-таки. Я думаю, что в любом случае, если бы эта игра попала там на ФКСП, ну, условно, там Мегатитан, Портер бы так не играл. То есть он был бы гораздо более мобилен, активен, но здесь все-таки, наверное, немножко психология все-таки сыграла. А победа Веера над Техносилой никого не удивила? Да, кстати, это тоже, мы чуть не забыли, удивило. Пожалуй, в то, в каком составе был Веер, это с одной замены все. Да, естественно, это не осталось у нас незамеченным. Кирилл Графов у нас будет героем тура на этой неделе. Вот расскажет нам об этой победе. Дим, ты особенно хотел что-то сказать? Порадоваться? Порадоваться или... Меня это удивило просто на самом деле. Я видел, как Техносила играла в предыдущих матчах. В общем-то, хорошее начало видел и в этой встрече. Но порадовал меня гол, наверное, второй. Потому что Кирилл Радугин нас забил, ну, просто какой-то потрясающий мяч. Я думаю, что вряд ли когда-нибудь кто-нибудь сумеет повторить подобное. Потрясающий, но при этом, наверное, самый курьезный, да? И самый случайный. Наверное, все-таки будем честны. И Кирилл, я думаю, что тоже будет честен, что все-таки гол был случайным. Ну, вполне возможно. Тем не менее, 2-0, да, победа над Техносилой. Да, здесь вот именно важно, что на 0 сыграли, потому что там второй бы забили, не забили, но даже со счетом 1-0 бы точно так же забрали бы 3 очка. Да, да, на 0, и Андрей Герасимов после матча в интервью сказал, я не помню, это уже победа. Друзья, ну и давайте поговорим теперь о первом дивизионе Запада. Что у нас было интересного за эти две недели, Дима? Ну, безусловно, центральное противостояние всего, чуть ли не всего, наверное, первого дивизиона, Коммунара и Алании, то есть матч, который набрал больше 1000, да, просмотров, насколько известно. То есть действительно люди за этим следили, и людям это интересно. Но и нужно сказать, что у нас есть конкурс прогнозистов, да, и вот человек, который возглавляет его, Иван Петров, он угадал точный счет этого матча. Хотя мы здесь якобы эксперты, пытались, у нас ничего не получилось. Я напомню, Максим ставил 5-4, по-моему, да? Или 4-3, или 5-4, да, что-то. 4-3 ставил Максим, я 5-4, ты 1-1. Ну, за разные команды. Я 1-1, да. Я был ближе всего, ну вот. Вот угадай, и все, и вопросов вообще ко мне не было. Ну, извини, сейчас я угадал исход. Победа Коммунара. Да, ну а Федор Зинченко признался, что скорее там был по игре 5-4, чем 2-1. Ну да, но при этом нам всем делали нос, утерли вот, наши эксперты. Кстати, вот скажи, пожалуйста, Иван Петров, он первый раз угадал? У него есть уже набранные очки? Он лидирует в гонке прогнозистов. Mm-hmm. И вот в пятом туре угадал не только Коммунар Алани точный счет, но и также Интерос Кегли. А там счет, по-моему, 5-2 вообще был. То есть такой счет очень тяжело на самом деле угадать. Но тем не менее, Алани у нас все равно осталась на втором месте, на второй позиции. ЦДН 2, СПК Юг и Константа, вот кто находится у нас сейчас в зоне стыковых матчей, так сказать. Да, ЦДН-2, кстати, идет также без поражений, точно так же, как и Коммунар. Угу. Вот, и хотел бы я еще обратить на одну деталь, которая, может быть, впоследствии сыграет на руку Коммунарам. Все мы знаем, что первый дивизион пополнил Атлантис. Атлантис, который уже
такую сенсацию, можно сказать, преподнес, да, обыграв Феникс 9, которого многие причисляли к фаворитам. Посмотри, Максим на Максима сейчас и на его... Ну, мы подойдем к этому матчу. Как он смеется, да. Подойдем к этому матчу. Непонятно, кто здесь фаворит. Да, Дим, извини, продолжай. Да, Максим комментировал эту встречу, конечно, все знает лучше. Но я к другому. К тому, что Коммунар уже матч с Атлантисом провел. То есть это был еще не Атлантис, но Коммунар уже одержал эту победу и 3 очка уже в копилке. То есть, это такой вот небольшой плюсик, так скажем. Может быть, да, потому что в концовке сказаться. Потому что борьба-то будет упорная. Также очень неплохо себя проявляет СПК «Юг». И всего одно поражение, одна ничья. Также в лидирующей тройке у нас есть интервью с Сергеем Пахомовым. Я предлагаю послушать и познакомиться чуть поближе с этой командой. Сергей Пахомов, нападающий СПК «Юг». Сереж, ну, во-первых, с победой поздравляю вас. Но хотелось бы спросить про начало сезона. Как его оценишь? Как команда в целом готова? Вот какие цели, задачи ставите? Ну, сыграли сегодня отлично. 3-0. Ставили в неприкосновенности. Был состав, приехали ребята все. У меня сегодня день рождения, сделали подарок. Как раз мне 30 лет, 3-0 выиграли, потрясающе. По сезону задачи в прошлом сезоне очень плохо сыграли. В первом круге практически там очень много было поражений. Сейчас задача попасть в пятерку. Потому что начали хорошо, набрали ход. Была одна игра с Адидасом, не очень сложилась, проиграли. А в целом, пока все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения, честно признаюсь, не знал. Спасибо. Будете отмечать сегодня? Нет. Завтра на работу, поэтому отмечали ночью сегодня. Поэтому сегодня не так хорошо сыграл, как мог. Понятно. Но пару слов по игре. 3-0. Было ли важно сыграть на 0, действительно, или так получилось? Да, в принципе, просто так получилось. Оборона сегодня была на высоте. Были моменты такие, перекладина, штанга. Но, как говорится, везет сильнейшим. Также особняком стоит Портер. 4 матча всего в активе этой команды, но... Было до этого тура, до этих выходных, 3 победы. И вот только сейчас, когда нет Максима Ковальчука, когда травмирован Роман Гаранин, Портер терпит поражение полностью по делу. В первые 15 минут Портер пропустил 3 мяча от Константы, и, собственно говоря, было очень тяжело. От кого больше не хватало или не хватает, Максима Ковальчука или Роман Гаранина? Трудно. Максим, ты вспоминаешь, кто это? Нет, а я прекрасно понимаю. Таких людей нельзя забыть. Да, я прекрасно понимаю вот паузу Максима, потому что как ответить на этот вопрос, никого не обидев. Мы любим и Максима, и Романа, и их обоих не хватает. Вот. В равной мере. В равной мере, да. Великолепно вылез сейчас из положения. Первую победу одержал у нас Дюпель еще. Дюпель 13. Да, это важно. И причем, опять-таки, натужная победа. Очень тяжело Дюпелю дается старт чемпионата. 4-3, победа над Турбиной. И победный гол забил Вячеслав Илюхин на последних секундах. Ему, наверное, и слово. Вячеслав Илюхин, автор победного гола в матче между Дюпелем и Турбиной. Прежде чем перейдем к матчу, хотел бы в первую очередь про Дюпель спросить, узнать, что же творится с командой на старте сезона, почему из года в год, из сезона в сезон мы видим примерно одну и ту же картину. К сожалению, я не могу понять, наверное, это как бы фишка такая Дюпеля, да, первые 5 игр собираться, что-то там находить свои группы, может быть, это вылится в победу и в какую-то победную серию. Сейчас посмотрим, я думаю, что с победой ребята немножко так группу соответственности и до их поражения сбросят, и думаю, полегче будет играть. Но все отмечают, что у Дюпеля очень сильный состав. А ты согласен с этим, что состав действительно, наверное, готов претендовать на пятерку первую? В плане игроков-то да, сильный, но просто пока еще непонятно, как брать замену или семерку. Но в этот раз попробовали семерку, не получилось. Надеюсь, найдем лучшее решение, которое будет принести нам победу. И
лучшие места, что мы заняли. Сегодняшний матч был очень тяжелым. Готовились именно к такой встрече? Да, абсолютно нет. Мы с Турбиной один раз играли товарищескую игру на тренировке. Абсолютно другая команда, достаточно быстрая. Были очень удивлены их наигранностью на угловых, да, и аутами. Нас врасплох застали, да, там забили пару голов, просто не ожидали. Ну ничего, такая команда, приятно. Коллеги, ну давайте поговорим еще об одном матче, который был признан у нас центральным, которого мы транслировали. Это, как мы предполагали, это встреча лидера, да, до этих выходных, и одного из лидеров. И команда, которая должна претендовать на это звание, это «Атлантис», вновь зашедший к нам в первый дивизион, и «Феникс-9», команда, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Но ожидали вроде бы борьбы, анонсировали, но как итог не получилось, да? Да не сказал бы, что не получилось борьбы. Вот Дима вспомнил, да, что мы с Ильей Лукьяновым на этом матче работали. «Феникс-9» отчаянно боролся, и там была мотивация в виде приезда Дмитрия Булыкина на игру, который на Обровке вместе с Сергеем Стаблицовым стоял и там носил коррективы и руководил игрой. «Феникс-9» создал много моментов, много не забил, но вот несмотря на все это, поражение со счетом 5-1, оно не кажется каким-то случайным или каким-то сенсационным или слишком уж большим. То есть счет 5-1 все равно, вот, на мой взгляд, по игре. Ну, может, ты знаешь, быть... я вот тоже наблюдал за игрой, и было... Во-первых, «Атлантис» играл без замен, или, по-моему, с одной заменой. Ни одной замены, ни единого человека не было на скамейке. То есть обычно «Атлантис», ну, уставал, а здесь команда просто не уставала, потому что просто команда расставилась, встала по позициям и просто раскатывала. «Феникс» бегал. Вот он называется класс. Вот к чему надо стремиться. И вот на фоне «Атлантиса» «Феникс» едет, может уже делать какие-то выводы и, соответственно, понимать свой уровень и что-то где-то менять, рассматривать, пересматривать. Может быть, стратегию игры там, с лидерами, да, может быть, еще что-то. Ну, работа какая-то в любом случае должна вестись. Но вот потому что, да, раз и сразу какой, так скажем, здесь, знаешь, еще, Миш, дисбаланс. Посмотрите, как резко, да, вроде «Феникс» обыгрывает, борется, а тут раз в одну калитку. Здесь еще класс проявляется не только в том, что одни должны бегать, другие могут и пешком, да, я говорю, обыгрывать, но в том еще, в реализации. «Атлантис», конечно, к своим моментам отнесся, ну, превосходно. Они понимали, что, возможно, их будет не так много, что там и сил, может быть, не хватит, да, на весь матч. Но к своим моментам «Атлантис» очень качественно отнесся и реализовал практически все. У «Феникса» тоже были моменты, но вот с реализацией, с какими-то там, вот, может быть, последними передачами было все не так гладко, как у «Атлантиса». Согласен абсолютно, да. И усталость игроков «Атлантиса», кстати, чувствовалась на протяжении матча. И в первом тайме было видно, что подустали в концовке, и во втором. Но у «Атлантиса» есть универсальное средство от того, чтобы не уставать. Это забрать мяч просто-напросто и не отдавать его сопернику. То есть такая высочайшая культура работы с мячом, техника вот этих передач. Получил удовольствие. Брака, ну, очень большое удовольствие получил. Действительно, минимум Брака. Ну вот я бы по этой игре Яшину отметил. Шикарные две передачи, ну, голевых. Такое ощущение, что Сергей соскучился вот по игре со своими, так скажем, родными партнерами, с кем он может действительно отыграться, с кем он на одной футбольной волне, ну вот, и, что называется, оторвался. Максим, кратенько подрезюмируй, пожалуйста, «Атлантис», «Феникс», игру и команда. Ну, игра отличная получилась, очень зрелищная, увидели много голов. Конечно, такое, наверное, суровое поражение для «Феникса-9», но хочу что отметить, что мне понравилось. Сергей Стеблецов с Дмитрием Булыкиным собрали команду и 20 минут ее не отпускали после матча. То есть они прям по горячим... Да, Сергей был очень расстроен. Очень расстроен и по горячим следам разбирали. Я думаю, что «Феникс-9» уже, соответственно, таких оплошностей допускать не будет. И будет понимать, что... Ну, понятно, что, конечно, «Атлантис» — это команда с именем, команда, которая выигрывала Лигу чемпионов. Но я думаю, что «Феникс-9» еще более ответственно вот отнесется к играм с топовыми коллективами. И я думаю, что это поражение, оно не повлияет на то, что «Феникс» сейчас рухнет вниз. Я думаю, сейчас будет хороший результат у «Феникса-9». Ну, «Атлантис». А что касается «Атлантиса», то да, конечно, показали свой класс. И хотелось бы, конечно, чтобы они не восьмером на матче проезжали.
Потому что, ну, так вот случилось, Дмитрий Пуленчук после матча мне сказал, что, ну, если мы восьмером обыграли 5-1, значит, мы были правы, значит, и нормально все. Но, конечно, на турнирной дистанции нужно им больше людей привозить, и с такой игрой это, конечно же, один из фаворитов дивизиона. Ну, я думаю, что будут люди у «Атлантиса», в любом случае, еще и подъедут. Можно еще, Максим, вопрос? А было ли ощущение, что «Феникс-9» столкнулся с чем-то новым? Вот что-то открыл для себя новую какую-то команду? Потому что, ну, вряд ли где-то там во вторых лигах или в третьих все-таки встречаются такие соперники, которые вот за счет контроля мяча могут все 60 минут действовать на поле. Да, я думаю, что таких нет соперников во второй и третьей лиге. У «Феникса-9» не было. Вот. И, ну, ты знаешь, вот когда я смотрел, комментировал игру, мне не покидало ощущение, что я матч высшей лиги смотрю. Я совершенно по ходу эфира забыл, что это игра первого дивизиона. Потому что «Атлантис» пристал именно вот таким «Атлантисом», которым мы привыкли видеть его в премьерке. И это здорово. Ну, все-таки первый дивизион, он немножко отличается от премьер-лиги. Будет интересно посмотреть, как «Атлантис» вот впишется в него. Ну что ж, друзья, теперь к нам должен присоединиться гость, который появится через несколько секунд. Ну что ж, друзья, после небольшой паузы мы вновь в студии, и как мы уже анонсировали, к нам в студию присоединился гость интересной очень команды, даже... Не знаю, может быть, меня сейчас Максим Киселев, мой коллега, поправит. Такой команды, ну не выскочки, конечно, но команда, которая преподнесла сюрприз в первых турах. Это главный тренер и по совместительству генеральный менеджер Сергеев Андрей. Андрей, приветствую тебя в студии. Всем привет. Правильно ли я назвал команду? Да, это можно так сказать? Или это все-таки такое развитие планомерное? И... Ну, в принципе, несколько для нас, для самих был неожиданен такой ход команды в начале сезона. Но перед началом сезона, посмотрев на список команд, на тех, кто... будет нашими соперниками, увидели, что, в принципе, дивизион подобрался ровно и выиграть может каждый у каждого, поэтому готовились к борьбе, готовились занять места в первой пятерке, в первой десятке, чтобы показать себя, попробовать свои силы, и, как видите, пока получается. Андрей, ну пока 6 из 6, это как воспринимается в команде? Ну, всем, конечно, это приятно и радостно, но все понимают, что это только начало работы. Плюс так сложились обстоятельства, что коллективы, с которыми мы встречались, находятся пока внизу турнирной таблицы, поэтому никто не обольщается раньше времени, нет каких-то шапкозакидательских настроений. Работаем, идем от матча к матчу. Андрей, ну вот скажи, 6 игр, 6 побед, да, вы одержали? Наверное, среди этих матчей какой-то ты можешь выделить, а может быть несколько. Вот какой соперник самым сложным был из этих 6? Очень понравилась «Виктория» прежде всего. Вижу, что пока у коллектива есть большие проблемы с составом, с набором команды на игру, но те ребята, которые приехали, показали очень слаженную такую коллективную игру. Было очень хорошее движение, открывание, игра в пас. Я думаю, что если они наладят посещение матчей, то будут выше явно. Но они были восьмером хотя бы? Да, восьмером одна замена была, и в принципе по составу были близки к своему оптимальному на данный момент. Но смотри, тем не менее, одна ничья всего лишь в 6 матчах, 5 поражений у них и разница минус 20. Это вот Но да? При этом две игры они играли в меньшинстве. Тут это тоже стоит отметить. Семером, да, и причем достаточно долго держались. То есть ребята действительно качественные, да, квалифицированные. Из первой лиги команда «Виктория» пришла. Андрей, ну, первая лига тебе не понаслышке известна. Расскажи, вот, Миф, сколько лет в первой лиге, как все это было, как вышли, как там все это случилось? В первую лигу мы выходили планомерно, но, к сожалению, ненадолго. На третий год своего существования, на четвертый, прошу прощения, год своего существования мы попали в первую лигу. Это какой год основания у «Мифа»? 2002, 16 лет команде. Вот, попали в первую, но как-то не подрасчитали свои силы, плюс вынужденная перестройка состава случилась на тот момент. Здесь и мы чем? Просто ряд игроков ушел, новые не смогли нормально, оптимально влиться тогда, и в итоге у нас
заканчивали мы сезон практически новым составом на каждую игру. Тогда еще стабильных заявок не было, когда в ЛФЛ у нас практически на каждый матч приезжал новый состав. Естественно, ничего хорошего из этого в итоге не вышло. Ну, ты как генеральный менеджер, да, все эти 16 лет, да, как ты находил, где футболистов, да, где искал вдохновение, чтобы искать их? Вдохновение – это сложная, конечно, вещь. Не скрою, что бывали моменты в последние годы, когда было уже трудно находить новую мотивацию. Подумывал о завершении своей деятельности в футболе в ЛФЛ, но пришли на помощь ребята, уговорили, сказали, что надо перетерпеть, движемся дальше. Это игроки, да, команда? Да, да, да. Костяк как раз вот оказали поддержку и в итоге вырулили. Но в первой лиге удалось укусить какие-то команды, там, может быть, памятный матч какой-то есть? Ну, из памятных матчей, конечно же, очень такие горячие противостояния были против Кунцевской «Молнии». Очень жарко. Это типа дерби у вас такое было, да? Ну, по накалу, да. Не, дерби не территориально, мы из Новопеределкино были, но такой матч можно классика, наверное, назвать. Обыграли второй лиги. С переменным успехом мы обыгрывали и проигрывали один мяч. С Уютом тогда очень жаркий матч тоже был с потасовками. А сколько, получается, сезонов в первом дивизионе? В первом мы один сезон только отыграли и, заняв третье с конца места, проследовали обратно во вторую. Лучший сезон Мифа в любительской лиге? Помнишь какой-нибудь? Ну, пока, наверное, могу сказать, что в третьей лиге мы, когда полсезона шли на первом месте, обыграли команды, которые выглядели до матчей заведомо сильнее нас, такие опытные коллективы, как «Заречье», «Искра», мы в первом круге оказались сильнее тех и других, и тогда действительно у нас подобрался тоже очень крепкий состав, но в конце сезона все смазали и в итоге дачи, стыки, отпуск. И проиграли в стыковых матчах и во вторую лигу не попали тогда. Но эта половина сезона запомнилась и была очень яркой и насыщенной событиями, победами красивыми. Андрей, скажи, пожалуйста, ну, в призеры, насколько я помню, Миф ни разу не попадал. Мы, когда выходили в первую лигу, занимали второе место во втором дивизионе. И пока, да, это единственное призовое место. Медаль хранишь ты? Серебряную. Ну, как же. Показывал своим ребятам? Там, правда, не помню, были ли тогда медали, но дипломы точно были. Новичкам демонстрировал? Ну, а как же. Новичкам прежде всего демонстрирую полку с кубками командными, которые мы выигрывали в районных турнирах новопеределкинских, которые я вместе с управой организовывал, проводил. В мини-футбольной лиге Северо-Запада 5-5. У нас там чемпионство, 2 кубка, 2 суперкубка. Суправый, то есть ты как-то с московским спортом связан деятельностью? Ну, или как, чем вообще был занимаешься? На связи с управой, они оказывали поддержку призовым фондам, а вся организация, все было на мне и ребятах, которые мне помогали в этом. И все выиграли там, да? Нет, конечно. Мы никогда не были там в Переделкино самыми сильными. Там много достойных команд было, да и сейчас есть. Какие поэтому команды назовешь? Вот, ваш ну, прежде всего, на слуху, конечно, Литуали Альянс. Это очень крепкие коллективы, которые в высшей лиге поиграли и навели там шороху. Вот, ну, в лучшие годы турнира собиралось до 24 коллективов летней паузы. Переделкинская и Дюпель, по-моему, да, команда? Дюпель, Боровка была, соответственно, много команд по второй, по третьей лиге играли, такие как Форум, Социалист был, Рекорд. Очень много команд. Сейчас, то есть, Литуаль вот из этих команд, да? И особо ждете матч? Литуаль сторожил, ну, конечно, всегда особый настрой. Редко, когда нам удается их обыграть, тем сильнее настрой на матчи с ребятами. Ну, в этом году, наверное, самые большие шансы попасть в призеры? Пока не оцениваю шансы, мы просто движемся от матча к матчу. Не стараемся загадывать что-то на будущее. Когда какие-то далеко идущие планы строишь, обычно это заканчивается печально, поэтому мы просто будем идти от игры к игре.
Главный на данный момент конкурент Podium Medic, даже вот по игре, наверное, в любом случае знаешь, да, команда? По игре Podium очень сильное впечатление сейчас производит команда на ходу, у команды очень крепкий состав, новички влились хорошо, вот те, кто в течение того сезона пришел. И, конечно, очень помимо Podium и Medic хочу отметить Мистерию, у которой молодая, но очень сильная центральная линия. Ребята, насколько я знаю, занимались в Строгино и с очень хорошей школой, хорошей подготовкой, братья Ярковы. Они ведут игру команды. Ну и остальные тоже явно не теряются, учитывая, что в списке бомбардиров ребят из Мистерии немало. Ну вот, кстати, игроков. Первая четверка как раз это Миф, Подиум, Медик и Мистерия. Это вот команды, которые не потерпели ни одного поражения. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, кто вот из этой четверки первым получит единичку в графе поражения? Вполне возможно, что и мы. У нас ближайший матч предстоит очень серьезный с флагманом, который тоже сейчас на ходу, очень нравится. Есть молодые ребята, на которых тоже стоит прежде всего обратить внимание, с ними будет тяжело. И Оприц, и Жандаров, которые помногу забивают. Андрей, ну есть, да, несмотря на то, что еще вот буквально середина недели ты уже прекрасно осведомлен о своем сопернике, да, который будет выходить. Ну, естественно, мы готовимся. Если есть какая-то возможность просмотреть видео матчей, просматриваем. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к командам, чтобы ребята тоже снимали матчи. Чем больше будет съемок игр, тем интереснее, я думаю, всем будет смотреть, знакомиться с командами, знакомиться с игроками. Андрей, скажи, пожалуйста, вот неоднократно мы видели, что ты стоишь на бровке, руководишь игрой, делаешь замены и в то же время снимаешь матч. Как тебе удается совмещать эти две сложнейшие функции? Сложновато, но, в принципе, за все это время еще привык. Вот с комментированием сложно, потому что начинаю матч с комментирования, представляю состав свой, если знаю соперников, представляю соперников. И после этого сваливаюсь уже на подсказки своим ребятам, потому что, ну, все-таки во время игры это важнее. Андрей, скажи, пожалуйста, когда уже воспользуешься услугами любительской лиги для того, чтобы снять матчи, потом анализировать их? Тут скорее рад был бы предложить свои услуги. То есть ты еще профессионально можешь снимать? Ну, насколько профессионально, судить не мне, конечно. Ну, вроде картинка достаточно качественная получается. Ребята смотрят, каких-то нареканий больших не было. Ну, вот говоря о статистике, да, перед передачей мы сейчас зрителям покажем, ты нам показал интереснейший статистический отчет о матче против Тамики. Правильно, в котором вы выиграли 6-1. Вот сейчас этот отчет на ваших экранах, друзья. Вот мы тоже смотрим в него. Как? Сколько страниц там? Там, во-первых, сколько страниц? Да? Ну, несколько страниц общей информации. Дальше уже идет по каждому игроку нашей команды. Я детально отслеживаю только действия своих игроков, а по командам считаю общую статистику, владение мячом, атаки. Я к чему говорю, да, если вот кто-то не успел, да, что мы анонсировали, что это твой анализ данного матча, то можно подумать, что это действительно делала какая-то профессиональная компания, да, там Инстант не меньше. Да, вот как долго приходится заниматься вот этим? Это очень трудоемкий процесс. Ты один, во-первых, все делаешь, да? Я это делаю один. Хотелось бы иметь помощников, но у людей нету таких возможностей. Помощники тренируются, да? У меня у самого не всегда есть достаточно свободного времени, но когда есть, стараюсь все это посчитать. Обычно уходит 3-4 дня на один матч. Поэтому, конечно, если какие-то возникают загрузка на работе или дома, то уже все это начинает накапливаться как ком, и не успеваешь. Вот ну что ж ты ночами сидишь? Нет, нет, ночами стараюсь все-таки. Надо отдыхать иногда. Вот в прошлом году меня хватило туров на 12 где-то. Потом и там была и серия поражений, и под долги по отчетам накопились, поэтому бросил это дело. Футболист как относится к таким обзорам?
Футболисты, конечно, с большим интересом все это изучают. Я на основе вот этого статистического анализа не часто даю, не даю много какой-то информации. Они сами смотрят, сами выбирают, что им интересно, но относятся с большим интересом, просят прислать им и фото, да, со страниц. Изучают, да, что-то для себя, конечно. Какой черпают. Самый приятный вот слайд, да, вот из этих, который тебе больше всего нравится делать? Самый приятный слайд, ну, наверное, все-таки общий анализ команд, когда видно, где мы были сильны, где соперник силен был. Это какая страница? Это то есть у тебя просто вторая страница, здесь просто показано и направление атак, то есть какими флангами или центром команды предпочитают атаковать, что предпочитают быстрые розыгрыши или в позиционных атаках. Здесь и контроль мяча, количество ударов, то есть, ну, такая достаточно подробная информация, которая позволяет вот дать оценку правильно матчу. Правильно я понимаю, что второй вот этот график, это твоя команда, это, да? Это мы, это соперники. А вот это соперник, вот это вы, да? То есть здесь атакуете в основном правым флангом? Нет, по центру. Ну, 80-86. А, вот успешность, да, а количество атак... То есть в основном игра мифов строится все-таки через центральную ось, правильно понимаю? Получается по-разному, в принципе, но более удачно, наверное, у нас именно через центр проникновения, хотя флангами тоже не брезгуем. То есть нет такого явного перекоса постоянного на игру в центре. В центре Олег Бабин играет? Это все по ситуации. Или все-таки впереди? Олег играет в нападении, Олег еще... может удивить соперника, и пробить, и отдать. В прошлом сезоне он, несмотря ни на что, стал лучшим по гол плюс пас, хотя молодежь очень старалась его обойти. Ну вот. И в этом он забивал, я видел. И в этом забивает, но конкурентов у него много. Роман Миляев забил треть голов мифа, 12 мячей, молодой парень, 98 года. Вот расскажи, пожалуйста, о нем чуть подробнее. Андрей, можно, если ты вот говорил про Строгинскую школу, да, у соперников, есть ли у вас ребята со спортшколы или может кто-то... Ну вот Миляев, наверное, точно со спортшколы у нас, да, почти вся молодежь имеет опыт спортшколы. Разные, есть ребята из Строгино, есть ребята из Росича, из Кунцево. Кого удается найти, заинтересовать, с теми работаем. Но они закончили уже или пока в спортшколе? Они молодые. Закончили, да. Ну, хотя бывает, что вот привлекали ребят, те, кто еще занимался или играл уже в молодежных командах, как, например, Гоша Моргунов у нас играл. Он параллельно играл в команде Строгино МПА третьей лиги чемпионата России. Ну, расскажи просто о Романе Миляеве. Вот, собственно, Рома тоже строгинский воспитанник, тоже закончил Академию Строгинскую, играл за Строгино М. Собственно, статистические данные по этим турнирам, прежде всего, и заставили обратить на него внимание. Поговорил с ним, оказался очень таким общительным, открытым парнем, согласился попробовать свои силы у нас и потихоньку влился в команду. На какой позиции играет? Рома может сыграть как атакующего полузащитника, так и в нападении, и опорника. У него широкий спектр действий в атаке. Ну, судя по тому, что он еще дал 6 голевых передач, то получается, он еще и не жадничает, да? То есть он награждает партнеров. Да, хотя дриблинг у него в команде лучший. Он постоянно на первом месте по этому показателю. Удачные обводки тоже ты посчитал, да? Ну, а как же? Понятно. В прошлом году, Андрей, вы заняли 15 место. Да, с чем связан такой рывок? В прошлом году было тяжело влиться в ритм второй лиги. Нас добрали из третьей. Мы закончили сезон в третьей только на восьмом. И, в принципе, не готовились изначально к походу во вторую. Нам предложили место буквально в день первого тура. Поэтому мы тогда пропустили первый матч. Поэтому втягивались уже по ходу. Что-то получалось, что-то нет. Много было поражений с разницей в один мяч в борьбе. Просто вот не нащупали свою игру, не может было быть, стабильности, опыта, да, наверное, опыта, отлаженности в обороне, где допускали много ошибок.
А новичков вообще много в этом сезоне появилось, раз уж 6 игр, 6 побед? В этом сезоне много новичков. Мы пересмотрели состав тех, кто не посещал матчи или был по уровню, явно не тянул вторую лигу. С теми мы попрощались, набрали новых людей, причем разных, и молодежь, и опытные ребята есть. И вот сейчас сыгрываемся, есть тренировки, тренируемся раз в неделю. Очень помогают в этом наши друзья-соперники из команды Westside. Мы постоянный спарринг с ними играем. Команда очень сильная, с ней играть всегда интересно, дает хорошую нагрузку. И тоже они у вас в группе, опять же, да? Да, да, но нас это не смущает. Нас это не смущает, потому что лучше такие проверенные, надежные ребята, которые собираются регулярно достаточно, которые не подведут там ни сбором на тренировку. Раз в неделю собираетесь? Да, да. Ну, поскольку команда все-таки без спонсора, то частые тренировки это сложно. Еще одна команда, которая в прошлом году была даже еще ниже вас, это команда «Нестандарт». Сейчас она идет достаточно высоко. Наверняка знаешь эту команду, да? Как, с чем вот, можешь предположить, наверное, да, вот такой тоже взлет команды? «Нестандарт» приятно удивляет пока, и посмотрим, как у ребят будет получаться дальше. Пока идут уверенно. Взлет связан с тем, что у ребят тоже есть несколько неплохих новичков. Я смотрел, там по статистике они выделяются. Есть там, по-моему, 2 или 3 парня, которые пришли недавно. В частности, вот Рычков из «Армады» перешел. У него хорошая статистика и по прошлым сезонам была. И сейчас он один из лучших в команде. Так что «Нестандарт» укрепился тоже. Ну, и ты вообще согласен? Вот мы уже не первую передачу говорим о том, что 2А гораздо ровнее. Может быть, он и послабее, чем 2Б, но то, что команда ровнее, это факт. Я согласен с этим абсолютно. 2Б сильнее, там есть команды, которые и до начала сезона рассматривались как записные фавориты. У нас кого-то выделить вот явно до начала сезона было сложно, но вместе с тем и те, кто находится внизу, практически каждый способен преподнести сюрприз и укусить любого из фаворитов. Кого, может быть, ты ждешь, кто вот может укусить какого-то? Жду прежде всего, как я уже говорил, что Виктория поднимется выше. У Тамики процесс сейчас сыгрывания состава, новички пришли, и постепенно, я думаю, они тоже могут двигаться в гору, подниматься. Ну и опять же, вот «Нестандарт» удивил. Внуково тоже борется и показывает неплохие результаты. «Цемент», молодые ребята тоже вышли из третьей лиги, тоже с ними непросто. Поэтому дивизион. Всю таблицу назвал. Дивизион ровный. Но главная команда, которая попала в дивизион 2А, наверное, понимаешь, о ком я говорю, да? Да, это сюрприз буквально последних 2 дней. Это «Москвич» ветераны. Горячий такой. Да, Максим, ты прекрасно знаешь, что разразилась полемика, да? Андрей, ты, наверное, тоже в курсе, да, по поводу того, что вместо «СКА» они зашли. Вот, «СКА» — это военнослужащие, которые были, да, но, видимо, сейчас призывной год такой, что люди не в футбол играют, а большие проблемы с составом. PlayStation играют. Ну, как бы такой народ, что футбол вживую не интересен. Ну да ладно. Суть в том, что «Москвич» зашел. Твое мнение. Правильно, неправильно, как ты думаешь? Ну, прежде всего, это будет очень интересно, потому что такая россыпь опытнейших игроков, поигравших на самом высоком уровне, с ними, конечно, будет очень интересно сразиться. Ну, а с другой стороны, приятно, что такая команда одна, то есть это все-таки не первая лига, не высшая лига. И интересно и с ними проверить свои силы, но вместе с тем ты не будешь чувствовать себя на фоне большого количества таких команд. То есть одна случайным гостем. Надо, да? Да, да, это как раз будет такая интересная проверка своих сил, проверка на прочность. Что вообще можно сделать с такими монстрами футбола? А кого из можно ли особо как-то ждешь? Им вот особо противостоять. Прежде всего, поле хотелось бы, конечно, увидеть Мостового, кумир детства.
Будешь как болельщик Спартака фотографироваться и автограф брать? После обязательно матча. С Мостовым в первую очередь. Скажи, пожалуйста, то есть ты положительно отнесся к тому, что москвич появился у вас в 2А дивизионе? Или же, Андрей, или же ты бы хотел, чтобы москвич был, но он чтобы был в 2Б? Вот как бы ты выбрал, если бы мог выбрать? Не, ну в 2Б достаточно уже сильных коллективов, которые ведут борьбу за выход в первую лигу. Нет, не отказался бы, да, то есть, если бы была бы твоя воля? Это очень интересно попробовать себя на фоне такой команды, поэтому и вообще посмотреть, как остальные команды тоже к ним будут приспосабливаться, кто сможет дать бой, кто нет. Это в любом случае очень интересное явление, и его стоит посмотреть, опробовать, пощупать. Ну, конечно, то, когда играют такие команды, все-таки поиграть с такими, да, когда смотрел по телевизору, это дорогого стоит. Андрей, скажи, пожалуйста, ты сам играешь в футбол? Выходил когда-нибудь за МИФ? Нет, ну, сам выходил в составе МИФа только пару раз на заре второй лиги любительской. Это в Матвеевке еще? Дорогобушка, по колено в снегу играли, на Гаревом играли. Еще в те времена. Ну, немножко 5 на 5 поиграл тоже. Но сам в основном вот видишь себя на посту генерального менеджера, да, тренера. Я никогда не рвался на поле, так только пару раз по приколу, как говорится. Вот, мне достаточно тех функций, которыми я занимаюсь, которые выполняю. Я считаю, что более-менее получается, поэтому... Зачем делать то, что не умеешь, если можешь принести пользу команде на своем месте? Ну, абсолютно верно. У меня один из последних вопросов. Андрей, правда, ну, что тебя называют апостол? Вот, и почему такое вот, наименование? И почему команда называется МИФ, если можно, тоже расскажи. Ну, апостол как-то так повелось просто с зари интернета, когда только-только народ придумал себе ники. Старый форум тот, да, знаменитый? Да, в том числе. И да как-то вот думал, что, как, что выбрать такое, чтобы вроде как было что-то оригинальное, не похожее. Ну и почему апостол? Потому что Андрей. Вот так. Именно большими буквами, да, пишет? Да, это как-то неважно. Ну, вот апостол Андрей, да, но у нас есть, например, люди, которые в честь еврейской кулинарии придумали себе ник. Ну, да, интервью Максима Киселева, наверное, многие читали. Да, рекламу фирмы Капульский, которую я жду, да, каких-то приветов оттуда из Израиля. Вот. Ну, а что касается названия МИФ, это все тоже зародилось еще до того, как мы заявились в ЛФЛ. Наверное, многие знают такую футбольную стратегию, как футбол-менеджер, ранее еще чемпионшип-менеджер. Ну и там еще с первых версий была такая фича, что можно было в редакторе создать свою команду, набрать состав и играть. Ну и вот такую Dream Team мы назвали Mythological Gods, мифологические боги. А потом, интересно, когда уже появилась команда своя, когда стали выходить играть на школьные поля в Переделкино и подумывали о том, чтобы заявиться в ЛФЛ, ну вот это название сократилось до МИФа. С мифами Древней Греции, Древнего Рима. То есть нет, это не аббревиатура, хотя мы пишем большими буквами всегда, это не какие-то там отсылы именно к Древней Греции, это вот просто такое сокращение, которое прижилось, мы увидели, что это ни на кого не похоже, таких просто больше нету, и решили оставить все это. Хотя были первые два сезона, была полемика насчет этого, оставлять название, не оставлять. Некоторые считали, что оно не совсем футбольное. Тебе нравится? Да, я к нему очень прикипел за эти годы, и сейчас... Ну, спустя 16 лет, наверное, не с руки будет. Были даже, когда разговоры на тему того, что, может быть, появится спонсор, может, что. Ведь не секрет, что некоторые компании требуют, чтобы команда тоже переименовывалась, называлась именем спонсора. Вот. Я даже не знаю. Думаю, что 70% на 30%, что я бы отказался менять название. Ну, может быть, добавить название спонсора. Ну, или так, да, как вот у Искры добыло, Искра Вестбери, например. Как вариант. Ну, интересное, да, происхождение, вот эта история, название команды. Андрей, ну, мы желаем тебе удачи на твоем поприще. Ждем
статистические отчеты не только своей команды, но и других коллективов. Это сложно. Попробовать, конечно, можно, но, повторюсь, отнимает очень много времени. Посмотрим. Вот, ну и удачи в ближайшие выходные и удачи в сезоне. Вот. Спасибо. Спасибо. Андрей Апостол сегодня был у нас в студии. Ну а мы продолжим после небольшой перезагрузки. Друзья, ну если что сказать у нас еще о дивизионе 2Б. Дима, Максим. Ну, в дивизионе 2Б, собственно говоря, начинается жаркая пора, начинается схлесты вот этих вот команд, которыми мы называли фаворитами чемпионата. Ну, вот Олимпик с Импульсом пока не столкнулись с такими с конкурентами, да, в следующем. Но Импульс ставит две игры подряд. Это говорит о том, что команда настолько крута, и то, что все нипочем, да. И одной игры мало. Александр Кодин, когда вот мы с ним договаривались, вот у Атлетики просто следующая игра с Импульсом, и да, вот это будет интересно, и когда мы с ним договаривались о времени матча, он сказал, мы будем играть подряд. Я думаю, ну, наверное, там хотят они в один день сыграть, даже если в один день, я думаю, там, ну, один матч, потом часа через два-три пообедают, покушают, отдохнут там, и новая игра. Он говорит, я вам советую Атлетике поставить вторыми игру. То есть после того, как мы сыграем с Спартой, я его спросил, а почему? Ну, чтобы мы вас не сильно поколотили. Вот такой вот ответ был. Да, это заявка. Я думаю, интересно. А потом, когда календарь уже был в 7 часов, как обычно в понедельник утвержден, я посмотрел время матча и был просто обескуражен. В 10 утра Импульс играет со Спартой, а в 11:10 с Атлетикой. Ну, нормально, слушай. Отыграли свободно. Вот такая вот команда. Отыграли свободно, это раз. А во-вторых, они к маю закончат уже чемпионат. Наверное. И все, да. И поедет спокойно на дачу, там, по своим делам, в отпуск и так далее. Не, ну если серьезно, да, но если команда там позволяет физика, да, если понимает, что готова отыграть, ну почему нет, все-таки получается 120 минут, ну это, может быть, у команды занимаются все там профессионально, да, так скажем, поддерживают себя, да, и 90 минут, 120 там выдержать не проблема. Не проблема, причем на две замены всего лишь приезжал вот на игры Импульса. Александр сказал, да, нам больше-то и не требуется. Ну, я в свою очередь тоже могу подплеснуть немножко маслица в огонь. Вспомните наши поединки с Импульсом в первом дивизионе. В первом круге Атлетика обыграла Импульс со счетом 10-2. Вот с таким счетом мы выиграли Импульс. Правда, во втором круге. Заявка. Правда, во втором круге проиграли 3-12. Вот такие два матча. То есть, можно, Дим, мы можем рассчитывать на то, что будет забито много мячей. Посмотрим, в какую сторону, это уже второй момент. Но вот такое ощущение, что вот Импульс становится все более явным фаворитом. Даже вот, и мы там несколько команд называли, которые там есть там семерка, да, и все остальные. А здесь вот первая команда, есть все. Есть еще 6, и потом все остальные. Вот так можно разделить. Да, конечно, вот Импульс пока что все 5 игр, 5 побед. Всех соперников без проблем обыграл с крупными счетами. Олимпик 6 игр, тоже 6 побед. Соответственно, Заречье обыграло Атлетику. Вот в этом туре 3-1 выиграли у конкурента и на вторую позицию закрепились. Ну, Ватутина, я, конечно, бы отметил. Вот смотри, Атлетика Ватутина играла в эти выходные. Ну, да, в позапрошлые. Ну, да, вот, Максим, ну говорят, что вам повезло в этом матче. Ну да, Илья Солганюк написал прямо по горячим следам после матча, что Атлетика, говоря простым языком, отскочила. Согласен. Там пенальти был сомнительный. Потом в концовке действительно мы третий мяч забили и сравняли счет. Ну, я сначала ничего не стал писать. Мы там, так сказать, с ребятами поулыбались, посмеялись, пошутили. Вот, ну... По большому счету я не очень согласен, потому что мы, сравняв счет, бежали дожимать Ватутина. Илья вспомнил, что был у них голевой эпизод уже при счете 3-3, но он забыл, что у нас тоже был голевой момент, и мы хотели выиграть. Ну вот мы говорили, что Атлетик хорошо стартовал, но поражение, ничья. Да, ничья с Ватутина, потом поражение от Заречья, а Ватутина, кстати, свою игру в последнем туре выиграла. У Феникса 99, которого мы тоже называли в числе претендентов на выход, но Феникс 99 три поражения подряд от Атлетики. Потом вот не собрались, они всемером играли против Рубикона, проиграли. И вот сейчас Ватутина их обыграла в последнем туре 3-2. И, соответственно, нас ждет еще один очень интересный поединок. Это Ватутина-Заречье. Четвертое место со вторым. Вот такой вот нас ждет тур в 2Б.
Ну и остался у нас неохваченным еще один третий дивизион, где тоже происходит борьба, где есть определенные результаты, победы и поражения. Ну, вообще на третий дивизион мы привыкли смотреть в последнее время, да, как на команды, где в основном выступают дубли. Да. Дубли. Вот, соответственно, здесь не искать. Тоже не исключение, но при этом дублей, кстати, не так много. Это всего три. Это Кегли дубль, это Балтика дубль, да, и это Вестсайд дубль. Вот, и все остальное это команды, которые ну, имеют свое одно существование, так скажем, да, вот аналогов не имеют. Автономные. Автономные, да. Здесь у нас крылья. Спартак идут и Бородино впереди. Максим, скажи, пожалуйста, вот Бородино как-нибудь возродится? Как-то они то в первый, то уже в третий. Вообще, то ли это Бородино? Есть там несколько человек в Бородино, вот, которые сейчас в третьей лиге. Несколько человек это того Бородино, которое играло в первом дивизионе, вот в зеленой форме. Но если ты имеешь в виду вот то еще старое, старинное Бородино, которое ассоциируется с Дмитрием Зюзиным, Дмитрием Усковым, да, с тем же Карташовыми, то это уже несколько другое Бородино. То скорее там несколько человек в команде «Крылья», насколько я знаю, есть. Но вот то Бородино, которое в первом дивизионе играло, да, где еще Евгений Севастьянов был, несколько человек я знаю, что в том Бородино играет. И я думаю, что точно Бородино выйдет во вторую лигу, как бы тут без вопросов будет. Также, судя по тому, что происходит сейчас в третьем дивизионе, может Спартак Сколково выйти во вторую лигу. В прошлом туре они обыграли команду Лесной, и у нас, кстати, есть послематчевое интервью. Закончился матч между Спартак Сколково и командой Лесной. Со мной согласится поговорить как раз-таки первый номер команды Лесной, Богдан Черняев. Богдан, ну что ж, приветствуем вас вообще в первую очередь в Западной Премьер-лиге. Да? Команда Лесной, нас, я так понимаю, это точно первый сезон, да, здесь? Здесь первый сезон, но наша команда уже начала развиваться 3 года назад. Мы начали выступать в подобных кубках. И как бы команда сыгранная. Спасибо. Команда сыгранная. Был очень сложный соперник. Мы боролись как могли. Было много, конечно, у меня ошибок, но получилось как получилось. Какие тогда цели перед собой Лесной ставит в третьей лиге? Цели, конечно же, развиваться, ходить на тренировки, добиваться лучшего. Всегда нужно перед собой ставить цели и выполнять их. В принципе, сезон начали неплохо, без поражений, да, уже да. Вот сейчас четвертый тур был сыгран. Как соперник вам сегодня? Соперник серьезный был очень. Мне понравилось. Я как раз люблю с серьезными соперниками играть, чтобы была конкуренция. Ну что ж, пожелаю я тогда Лесному удачи и спасибо большое, что согласились с нами поговорить. Еще один игрок, теперь уже Спартака Сколково, Евгений Камышников. Что ж, закончилась встреча между Лесным и, кстати, в принципе, это Спартак Сколково очень неплохо. Наконец-таки начал сезон в третьем дивизионе, да? Как оцените сегодняшнее выступление команды? Сегодняшнее выступление на четверочку оценю. Начали, в принципе, немножечко средне. Не держался мяч у нас, потом игру под себя прибрали, в свои руки прибрали. Вот. А Марк молодец у нас, усиление хорошее, в принципе, ну, сыграли неплохо. Лучше, чем в прошлом сезоне, по крайней мере. Ну, да и этот как раз-таки вопрос мой был следующим, да, все-таки, наверное, стоит, согласитесь или нет, достаточно провалили прошлый сезон. Прошлый сезон провалили, потому что он был пробный, то есть, как бы мы подключили людей, которые не совсем знакомы с форматом 8-8, не совсем знакомы вообще, в принципе, с футболом. Сейчас мы все-таки пошли по пути наименьшего сопротивления, нашли интересных, более интересных игроков, которые готовы играть, которые нам помогать. Ну, соответственно, результат пока что положительный. Я так понимаю, вот как раз-таки Амар и Андрей, да? Вот, Андрей я знаю давно уже, он, в принципе, с нами с самого начала. Пришел к нам Амар, получается, пришел к нам Влад Кузнецов. Да и, в принципе, все. Ну что ж, вот вроде игра пошла, да, без поражений. Спартак Сколково начал свой сезон. Ну и, конечно же, наверное, главная цель выйти во вторую лигу теперь. Да, ставим цель выйти во вторую лигу. Выйдем во вторую лигу, будут уже совсем следующие задачи решать.
Ну а лидер у нас Крылья, которые пока идут со 100% результатом. Как вот ты помнишь, Импульс в прошлом году, да, в третьем, шел вообще там одной, играл сам собой, можно сказать. То здесь вот может быть Крылья. А ты игру с дублем Кеглей не посчитал? Одну все-таки проиграли, дубль Кеглей, да. Но Кегль как дубль, у них все очень там зыбко вот между основой и дублем. Ну, это я жгу, я не беру, да, это дубли. Там можно такой состав Кегли выставить в третьей лиге, что с лидером сыграть и достичь результата. Также несколько новых команд появилось. Максим, тебе слово. Да, вот видим мы, что действительно расширяется третий дивизион. Вот команда Аверс появилась, да. Ну, она чуть раньше три матча провела, два выиграла, один в ничью сыграла. То есть и хорошие результаты показывают. Ну вот и в последнем туре Апперкот появилась команда, хоть и проиграла, там первый Блинкомом 1-8 проиграли. Но отрадно, что новые команды заявляются. И я так понимаю, что у нас открыты вакансии, да, для, ну, то есть для команд, которые желают по ходу сезона включиться, да, может быть, нас кто-то впервые вообще увидит, да, нашу передачу, то, пожалуйста, могут они зайти и поучаствовать в третьем дивизионе. И мы сидим не только в баре, да, но и мы сидим на футбольных полях, играем, рассказываем о том, что происходит. Ну что ж, друзья, вот такая насыщенная у нас получилась эта неделя, и та предыдущая, было о чем рассказать. Впереди у нас сбор сборной России, выезд на чемпионат Европы, ну и очередные туры, матчи. Увидимся, наверное, уже через две недели. Сегодня в студии был Дмитрий Ершов, Максим Киселев, Михаил Меркулов. И до новых встреч. Играйте в футбол. До свидания. До свидания. До свидания.